Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 48 учебника математики для второго класса автора Дорофеева. Начерти квадрат, в котором 4 ряда клеток, по 4 клетки в каждом ряду. Сосчитай, сколько клеток в двух рядах, в трех рядах, в четырех рядах. Итак, чертим квадрат, чтобы в нем было 4 ряда клеток по 4 клетки. Посчитаем, сколько клеток в двух рядах сначала. Для этого по 4 возьмем два раза. Получится 8 клеток в двух рядах. В трех рядах 4 умножим на 3. Получится 12 клеток. 12 клеток в трех рядах. Теперь в четырех рядах по 4 возьмем 4 раза. Получится 16. 16 клеток в четырех рядах. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.